Всем привет, с вами Катя, и со мной моя собака Рози, и сегодня я буду снимать свой утренний влог в субботу. Наше утро начинается с того, что я захожу в кладовку и беру барьеры. Далее я беру штатив, и мы по ступенькам спускаемся на улицу. И это сама я все несу, штатив и барьеры. Также Рози держу. Потом, когда я уже вышла на улицу, ставлю барьеры и штатив, и веду Рози в туалет. Сейчас на улице ноябрь, и вы, как видите, у нас много листьев, и очень красиво. Брала я с собой фотоаппарат вчера, нафотографировала очень много. Заходим на футбольное поле, буду отвязывать Рози и ее вычесывать. Привязываю Рози к воротам, и буду еще сейчас ее вычесывать форминатором. Снимала, как я вычесываю Рози в ускоренной съемке. И я потратила на вычесывание 20 минут. Вот такая Рози красавица. Для начала я беру один барьер, ставлю его, для того, чтобы его использовать для пра, ле, ауты и для того, чтобы просто попрыгать. Рози уже ждет, не дождется, когда она уже будет прыгать. Для начала начнем с аутов и пра, ле. А вот и ускоренная съемка, как мы тренировались. Здесь мы пробежали небольшую трассу в 4 барьера. Вторая попытка той же самой трассы, чтобы мы не сбили планку. Всем спасибо за просмотр, всем пока!